Ой, ну какие смешные видео на мультидор! Я просто не могу! Ой, а это что? Какая-то тропинка из шоколадок. Надо бы разобраться, куда она ведет. Так-так, иду по следу. Ого, какая она длинная! А это что? Ого, шоколадный фонтан! Круто! Вау, шоколадный фонтан! О, привет, Эмма! Так это челлендж? Ну, погнали! О, там настоящий шоколад! Хочется попробовать! Эй, рано! Смотри, надо взять что-то из этого. Хорошо, тогда я выбираю вот это. Ого, это же виноград, видела? Я обожаю виноград. Иди-ка сюда. Хотя, минуточку. Лучше я хорошенько обмакну его в шоколад. Вот теперь то, что нужно. Можно приступать. Как же это вкусно! Шоколад идеально сочетается с виноградом. Ням! Здорово! А теперь я. Это или это? Ладно, вот это. А ну-ка. Чеснок? Серьезно? Только не это. Я его ненавижу. Еще на него шоколад тратить. Выглядит омерзительно. И как мне это кусать? Ох, просто ужас. Но придется доесть, это же челлендж. Давай же, дурацкий чеснок. Жду не дождусь, когда ты закончишься. Вроде все, но теперь у меня воняет изо рта. Кошмар. Ой, что за вонь? Эмма, это ты? Надо скорее перебить этот запах. И я знаю, как это сделать. Поварёшка слишком большая. А вот трубочка то, что нужно. О, да! Как же это вкусно! Обожаю шоколад! Ну что, уже не воняет? Ладно, ладно, я еще выпью. А сейчас? Вот теперь супер! Что же мне выбрать? Пожалуй, вот эту. Это что? Живые червяки? Какой кошмар! О, нет, о, нет, я не смогу их съесть. Пожалуйста, не заставляй меня. Надо, подружка, надо. Ладно, была не была. Он шевелится. Я не могу на это смотреть. Вся надежда только на шоколад. Чего? А где он? Он сбежал! Бетти, вообще-то они все сбежали. Только не это! Да расслабься, у меня есть идея. Сейчас я соберу всех беглецов и накрою их скотчем. Теперь они никуда не денутся. Классная идея, да? Какая же я молодец! Бетти, да успокойся, смотри! Да, она неисправима. Ладно, настало время узнать, что в этом секторе. О, это же голубика. Вот это я понимаю. Ох, надо бы пожалеть бедняжку. Бетти, угощайся. Это мне? Как мило. Такие хорошие ягодки. А с шоколадом будут еще лучше. Приятного аппетита. Не-не-не-не, может быть. Он здесь! Да уж, ну дает. Зато мне больше достанется. О, как же вкусно! С ума сойти! О, ты все еще здесь? Привет, малыш! Давай я тебя поглажу. Какой хорошенький! Шипучие конфетки! Ура! Осьминоги? Вы серьезно? Да это же просто омерзительно! Но, видимо, ничего не поделаешь. Мне даже смотреть на них противно. Эти щупальцы просто кошмар. Ладно, постараюсь спрятать их в шоколаде. О,
идея! Ой, какая я неуклюжая! Все уронила! Да не переживай, я помогу! А вот и... О, где осьминоги? Ага, решила схитрить? Ну ничего, сейчас я их всех выловлю. Буду ловить на жвачку. Не переживай, подружка, сейчас я верну твоих осьминогов. О, кажется, клюет. А вот и твои вкусняшки. Угощайся, все до единого. Серьезно? Да что ж такое-то? За что мне все это? Ладно, надо собраться с силами и попробовать. О, вообще-то не так уж и плохо. В этом даже что-то есть. Можно их уплетать, как снеки. Очень даже прикольно. Ой, нет, кажется, они просятся наружу. Нет, Бетти, лучше в другую сторону. Ух, какие мы нежные, с ума сойти. Ну ладно, у меня тут свои угощения. О, да! Вот это красота! А теперь засыплю их в рот. Настоящий фейерверк во рту. Еще и так вкусно. Ну а теперь пора засыпать их в фонтан. Вот так, да побольше. Ого, он весь сверкает и взрывается. Ой, это слишком мощно. Бетти, берегись. Он летит в меня. Ну все. Ну а что, забавно вышло и вкусно. Вау, клубника и столько посыпок. Чего? Перец? Ну почему опять я? Нет, я отказываюсь это есть. А у тебя клубника? Я тоже хочу. Иди-ка сюда, вкусная ягодка. Я искупаю тебя в шоколаде. Божественно! Просто не оторваться. Идеальное сочетание. О, у меня появилась идея. Возьму палочку, надену на нее клубнику, обмакну ее в шоколад, а затем в посыпку. Вау, красота! Ладно, продолжаем. Нужно обязательно попробовать их все. Вот их сколько получилось! А теперь самое приятное – дегустация. Завидую, Бетти. О, да! Словами не описать, насколько это вкусно. Так, следующее будет вот это. Мне тоже очень-очень-очень хочется. А это мысль. Оторву небольшую часть. Надену на палочку. И обмакну в шоколад. Теперь обмакну в посыпку. И от клубники не отличить. А теперь поменяемся. Вау! Какой аромат! Не терпится попробовать. Невероятно вкусно! А что там, Эмма? О да, перчик следующий. Ну что ж, вот и последнее. Подождите, какая-то она странная. Как печет. Еле проглотила. Это ты, Бетти, да? Ну-ка, доедай свой перец. О, нет. Только не это. Хотя, у меня снова есть идея. Подставлю под фонтан и подержу немного. У меня получился прекрасный стаканчик для шоколада. Вот это я понимаю. Хочется еще. Пусто? Ну ничего, просто налью еще. Чего? Какая ты хитрая. Ну ничего, со мной это не пройдет. Получай. Ты что сделала? Придется откусить. О, нет, он очень-очень острый. У меня все внутри горит. Да я дышу огнем. Кажется, пора прятаться. Вот уж не ожидала такой яркой реакции. Посмотрим, кажется, закончилось.
Кэти, ты бы видела свою прическу! Ты как вообще? Ну, бывает и такое. Подписывайся на Мультидо-челлендж. С нашими героями ты всегда сможешь поднять себе настроение. Оставайся с нами и до скорой встречи!